Привет, журавлики, с вами Жура, и это мое новое видео по Чикинган. И да, это новая часть мифов в Чикинган. И в Телеграме, и в сообществе я писал, что буду проверять ваши мифы, и вы их написали, ну, очень много. Поэтому сегодня я буду проверять ваши мифы, но перед началом прошу тебя поставить лайк и подписаться на канал. А еще есть колокольчик, который уведомляет о выходе новых видосов, поэтому прошу тебя на него нажать. Ладно, давайте уже начинать. Если заспавнить черный кадиллак и сохранить карту, то он станет белым. По-моему, уже такой баг был с бочкой. Если сохранить север, то бочка ставала цветком. Согласен. Звучит странно, но погнали проверять. Так, нам нужен обычный черный кадиллак. И то есть он должен стать белым, да? Ладно, сохраняем сервер, название пусть будет Кадиллак. Сохранили, теперь заходим в загруженные игры и листаем вниз. Вот, Кадиллак. Заходим и да, Кадиллак стал белым. Не, ну если честно, это было довольно ожидаемо, ведь такие баги в Чикингане точно должны быть. И я 100% уверен, что еще на какой-то машине есть такой баг. Ну что ж, миф мы проверили, это правда, идем дальше. Если убить 5 хагиваги, то в магазине появится та самая секретная шапка. По-моему, я уже проверял такой миф, но убивал только одного хагиваги, и шапка у меня не появлялась. Посмотрим, что будет на этот раз. Перед началом посмотрим, сколько у меня вообще шляп. Так, ну здесь вот как и было все, вот такие вот шляпы. Если что, запоминайте, сколько тут шляп. Так, Чалахаус Z, создаем сервер и погнали к хагиваге. Максимально быстро приезжаем и проверяем этот миф. Блин. Только бы не вылететь за карту и вовремя вылезти из тачки. Едем, едем. Понятно. Берем быстренько доску и поднимаемся. Мы на месте. Берем лазерную винтовку и уменьшаемся, чтобы легче было убить хагиваги. А теперь быстренько убиваем всех 5 хагиваги. Вот первый хагиваги, он меня почти догнал. И, кстати, заметили, что теперь на хагиваги уходит не 2 пули, а 4. Так, надо возродить второго. Это, по-моему, вот так вот делается. А, ну все, будем его поджидать. Кстати, вот раз, два, три и 4. Ой, блин, я промазал. 4. Стоп, что? Короче, лень читать, получай. И это уже второй хагиваги. Вызываем третьего, поджидаем, а вот и он. Убиваем. Вызываем четвертого, поджидаем. Стреляем, а убегаем. Ух, убиваем. Так, ну что, последний 5-й хагиваги. Если мы умираем, то миф провален. Вся моя карьера рушится, и я ухожу из Чикингана. А, нет, это было просто. Ну, а теперь самый важный момент. Появилась ли секретная шляпа? Листаем и смотрим. Так, это было, это тоже было, это... Что? Ничего не получилось? Я понял, меня опять обманули. Миф, неправда. Идем дальше. На карте Даст где-то есть фламинго. Чего-то я такого не помню. Пошлите проверять. Так, фламинго. Что-то я не помню, чтобы на карте Даст был какой-то фламинго. Может, он появляется на этой карте или его нужно все-таки найти. Короче, давайте его просто найдем. Ходим по карте и просто смотрим, всматриваемся в саму карту. Так, здесь что-то никого нету. А вдруг это очередной фейк? Так, ладно, уже скоро половину карты обойду и ничего тут пока что нету. Ладно, пойдем в другую сторону. Может, фламинго здесь? Или за этими дверями. Ну, там просто стенка, что? Ладно. Здесь нет никакого фламинго. Хотя, стойте. Подождите. Где-то я видел фламинго. По-моему, где-то вот здесь вот на скриншотах. Так, нет, нет. А, вот оно. Ну да, вон фламинго и карта, видимо, да. Кстати, да, это как раз-таки карта Даст 2. Только вторая ее часть. Вот, посмотрите, здесь спецназ спавнится. Здесь вот должен быть проход на точку А, по-моему. А вторая часть где? Правильно, в Чикингане ее нету, зато разработчик на скринах ее оставил. А вторая часть карты как раз таки вот, и вон там он должен быть выход на точку А. Поэтому этот миф на 50% правда. Зайди на карту Proto07, заспавни доску, поднимись, заспавни школьную доску и напиши Scary Chicken 666. Кинь доску в любую сторону, заспавни 6 мобов и убей их. И жди. Ага, походу сейчас мы будем призывать плачущую курицу в Чикинган. Но, кстати, знаете, какой следующий миф? Миф, кстати, от самой плачущей курицы. И мне нужно призывать глазастого Джека. И мне тут захотелось прикрасить это видео. А давайте я попробую взять этих двух страшных мобов и призвать на одной карте. Ладно, мне уже интересно, что будет. Давайте начинать. Оп-оп-оп. Так, начнем, пожалуй, с плачущей курицы. Ее просто легче всего призвать. Пишем Scary Chicken 666.
Готово. Давайте ее где-то тут поставим и начнем строить постройку для Джека. Кстати, его сложнее всего строить. Спавним такие две штуки здесь. Дальше порталы. Ой, они здесь очень тяжелые, кстати. И прошу всех соблюдать самое главное правило. Очень важно делать так, чтобы порталы именно входили в саму постройку. Чтобы Джек, можно сказать, не смог выйти. Таким образом, если он зайдет, вот, например, в этот портал, то он окажется все равно в постройке. Делайте это обязательно, если не хотите, чтобы он выбрался. Так, порталы я уже правильно расставил, остаются только вот эти вот штуки. Надо бы тут все подровнять, а то я как-то накидал. Так, теперь тестируем, сможет ли он выбраться. Так, ага, вот это мы поворачиваем. Заходим. Так, он не выйдет. Так, он тоже не выйдет. Здесь еще два портала, их надо правильно поставить. Ага, я понял, это переворачиваем. А теперь тут он не выйдет, здесь он тоже не выйдет, отлично, здесь тоже. И все, готово. Теперь добавляем зеркало. Так, ну все, зеркало уже там, остается только кинуть суп, и все, готово. Давайте его где-то здесь оставим и не будем его кидать. Пока что. Кидаем ее куда-то подальше и теперь занимаемся мобами. Их всех нужно убить. Первый получает. Это уже один. Так, это третий. Быстро-быстро надо. Вот это уже давай. Четвертый. Вот пятый. И последний, шестой. Все, сейчас должна зайти на сервер курица. Вот это вот плачущая. Надо бы уже кидать суп и скричи 666. Да, работает. Ну и она не такая уж и страшная, честно говоря. Джек будет пострашнее. Так, быстрее, пока она меня не убила, берем суп и кидаем его. Вот правильно, во, все, готово. Фух, все, теперь просто ждем. Так, глазастый Джек зашел на сервер. И вот где. А вот и он. Ну, вот и с возвращением. Че-то он такой злой уже. Так, ладно, я не буду их пока что трогать. Пусть они освоятся на карте Proto 07. Как она, кстати, отреагирует и находит. Она меня пока что не трогает. Мне интересно, как она отреагирует на этого Джека. Вдруг у них начнется что-то. Боже, какой бред. Так, что они тут делают? Они просто смотрят на друг друга. Ладно, давайте Джеку попробуем убрать портал. Может, он начнется. Так, ну что, что сейчас будет? Так, не понял, что она телепортировалась. Ладно, и что сейчас будет? Ну же, сражайтесь. Мне интересно, кто сильнее. Посмотрите на них. Просто статуи смотрят на друг друга и все. Бездействуют, даже на меня не обращают внимания. Мне больше интересно, что Джек будет делать. Не, реально, просто стоит бе... О, а чё за пушка? Чё он собирается делать? Неужели он просто сейчас убьет эту курицу? Чё он только что сделал? Он ее убил! Не, ну, дружище, я знал, что ты сильнее всех. Ну, меня не убивай только. Зачем ты достал этот пистолет? Не надо... О, нет, 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 все, я ухожу, все, я пошел, там меня ждут. Все, пока. Ай. Фух, ну что ж, вот видео и подошло к концу. Сегодня мы проверили пару мифов, которые вы написали мне в телеграм-канале. Эти мифы понравились мне, и мне интересно, понравились ли они вам. Обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал. Ну а с вами был я, Жура24К. До новых встреч, пока!